Fight! Finish her! Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ. Сегодня мы будем скачивать Mortal Kombat 11 версия плюс 31 DLC дополнений на Nintendo Switch. Итак, скачиваем мы с сайта lovegames.1.net. Значит, нажимаем мы скачать торрент. Далее торрент у нас попадает. Я качаю его через Download Studio. Когда все это скачается, мы продолжим. Такое меню. Итак, видите, у нас диск пока не виден, кабель уже подключен к ноутбуку. Значит, нажимаем DB инсталлер, выбираем Run MTP, нажимаем A, и мы видим, у нас папка Switch появилась. Значит, нажимаем на папку Switch и открываем microSD install. Значит, вот сюда, в это место, мы будем все, что NSP, NSZ перекидывать. У нас осталось совсем чуть-чуть. Ждем и начинаем перекидывать с вами файлы. Наши с вами файлы. Итак, все, видите, исчезло. Заходим в завершенную. Спускаемся вниз. Нажимаем Mortal Kombat. Так, открыть папку. Вот у нас папка эта появилась. Мы ее сюда перемещаем. Нажимаем сюда. Значит, сначала перекидываем весь DLC. Итак, друзья, закачка у нас заканчивается, 99%. Скорость 1855 мегабит в секунду. Значит, игра занимает 33 гигабайта. И время примерно, то есть 30 минут здесь заняло, ну, 20 минут. И 20 минут с компьютера, да, соответственно. Итак, мы можем выключать кабель. Давайте-ка мы сейчас перенесем вот сюда. Нажимаем Home. И у нас появляется Mortal Kombat. Вот он находится у нас. Давайте-ка мы зайдем. Запустить. И мы запускаем нашу игру. Thank you.
Так, это загрузка у нас здесь. Давайте мы попробуем. Поиграть. Ух ты, какой он сильный. О май гад. Садизм какой. Надеюсь, пропустят YouTube такие вещи. Ух ты. О май гад. Второй раунд. Садизм. Один-один. Итак, давайте. Вот это да. Ну давайте еще один бой, друзья, сейчас. Кого Саб-Зиро, наверное, выберем сейчас. Так, режим завоевания, посмотрим. Сюжет. Так, давайте мы это пропустим с вами. Прям целый сюжет. Вот. Ух ты, стреляет. Love my toys.
Всем спасибо, друзья. Вот. Всем рекомендую данную игру. Надеюсь, я вам показал. Все в нормальном виде. Вот. Соответственно, далее у нас там будет и Зельду, мы посмотрим. И остальные. Подписывайтесь на канал ДТВ. И всем пока-пока, друзья.